Онлайн-беседа со студентами педагогических специальностей охватила аудиторию не одного вуза. Кроме представителей Государственного педагогического университета имени Максима Танка, видеотрансляция семинарского занятия была организована в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, а также Минском государственном лингвистическом университете. Всего участниками открытого диалога стали свыше 2500 студентов. С первых минут он приобрел предметный характер. В обращении к студентам и педагогам Александр Лукашенко представил свое видение современной белорусской системы образования. И обозначил круг первоочередных задач. Все мы понимаем, что учить детей должны лучше. Те, кто служит хорошим примером, кто пользуется заслуженным авторитетом у родителей, учеников. И что более важно, воспитывать подрастающее поколение может только человек, имеющий определенный духовный багаж и четкие моральные установки. Особую обеспокоенность у президента вызывает современная школа. И дело не только в том, как и что изучает подрастающее поколение. Именно в школе закладываются основы патриотизма. Именно здесь происходит формирование личности. Однако, и на этом глава государства останавливался неоднократно, нельзя перекладывать всю ответственность исключительно на учителей. Тандем школа и семья должны стать флагманом на пути становления личности. Педагогика должна стать наукой для всех, и для учителей, и для родителей. Думаю, что главное в этом вопросе – тесное сотрудничество семьи и школ, направленное на решение общей задачи – формирование трудолюбивой, образованной, здоровой нации. Вот та идея, которая должна объединить все общество ради будущего нашей страны. Срок обучения будущих педагогов, практика в школе, заработная плата молодых специалистов и предоставляемые социальные гарантии. Эти и многие другие темы были подняты во время онлайн-встречи. И уже сам факт, что трудности, с которыми сталкиваются педагоги, обсуждаются на таком высоком уровне, дает право говорить, что проблемы учителей на современном этапе жизни волнуют общество и государство. Когда наши студенты педагогических специальностях видят, что глава государства в теме тех проблем, которые у нас на слуху, что не просто в теме, а предлагает кардинальные и очень хорошие пути решения ряда проблем. Ну, конечно, для студентов это очень важно, потому что за решением этих проблем стоит их будущее. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.